Всем привет, дорогие друзья, с вами Рок Игрок, продолжаем играть в Dishonored 2. В прошлый раз что-то меня кидануло, серии не до конца немножко получилось. Ну, один хрен до конца, по-любому никто не досматривает, поэтому... Так, я хочу найти все руны. Начнем по порядку. Это рядом. Я и пока не понял, как достать. Вот это мне интересно. Пойдемте искать руну. О, здоровье. Похавать надо. Так, мне нужен кабинет герцога, да? Получается. Покой долины Копперской. Не всех убил даже. Говорят, тут поблизости бродит опасный тип. Или псих, или головорез, или карманник. Вот уж свезло так свезло. Честные люди лицо не прячут. Не знаю, чего тебе надо, но помочь ничем не могу. Стража! Люди! Не ори, ебанутая. Так, а где кабинет герцога-то, а? Еще выше. Не этот, он тут спит, наверное. О, блядь. А? Что за... Не всех убил. Здесь, может, кабинет герцога. Яйцо какое-то. А тут у нас что? Спальня его. Так. Где кабинет герцога находится? Это кабинет герцога или нет? Док. А, это док мне пока не нужен. Это максимальный четвертый этаж. Ебался уже, бананы есть. Спальня, опять какая-то спальня.
Что? Это, наверное, кабинет герцога. Да сука. Так, это книга какая-то. Общий зал, да? Сохранение. Не понимаю, это же комната его. Ёбана в рот, вот он его стол рабочий, да? 938, все, нашел. Погнали. Сюда, по-моему. Да. Девять. Тихо. Три. Блять, не в ту сторону листает. Восемь. Руна. Слиток. Еще слиток. Еще. О, пошла возня, дорогие друзья. Умение. Что у меня? Две руны. Еще одна нужна. Где еще одна руна? Погнали. Где лестница? Нет, не это. Где лестница-то?
Ну. Монеточки. Что монеточки? Тихо. Я тут не был, что ли? Так, мне, пожалуйста. Блядь, забыл я тут. Не могу вспомнить, где лестница, по которой я поднимался. Пошел нахуй. Ох, нихуя. Где я тут выдалбливал? Вот она. Пошли нахуй. Монтажный инструмент. Это что такое? Еще хуйня это какая-то непонятная. Оп! Уворачивайся еще, сука. Погнали. Вот она, руна. Есть. Где ты? О. Так. Отстаньте! Стража! Люди! Нет! Догоню, тварь! Я тут за... Не все, уебываем отсюда нахуй. Так, что у меня умение? Три амулетика. Так, я хотел добить, да? Давай. Все, прокачан.
А, вот ты где. Я видела сигнал. Так значит, все. Карнаки конец. Герцог Абеле убит. Будь что будет. Возвращаемся на падший дом. Нам пора в Дануол. Думаю, да. Теперь я спасу Эмили и верну ей престол. Ну что, готовы? Да, готов. Хорошо, как скажете. Ну и что, убиты мирных людей 29. Нормально, вообще нормально, все 83. Руны 5 из 5. Нормально. Алтарь чужого нашел. Амулеты, монеты. Монет столько было, ебать. Картины и чертежи. Нихуя не нашел. Продолжить что? Падший дом. Родненький мой. Сколько лет, сколько зим. Продолжить. Так начался худший день в моей жизни. Человек в маске шел к башне Данола, замышляя убийство. Даут и лорд-регент убили Джессамину, но это их погубило. Теперь история повторяется. Еще одна императрица погибнет. А что станет со мной? Далила не сдастся без боя. Она перехитрила меня, и я даже не ожидал ее удара. Но прежде чем стать защитником короны, я был Корво. Когда у меня не было клинка, я дрался палкой или осколком стекла в руке. Я не знаю, что ты задумала, Далила, но я пришел, чтобы загнать тебя в могилу. О! Ничего больше не появилось. Так, закрываем за собой. Ставки высоки, но неужели Далила поднялась с самых низов? Полагаю, вы уже знаете, что делать. Вы стольких убили. Что вам еще одна жизнь? Одна жизнь или тысяча, Далила получит по заслугам. Меня смущает это ваше «по заслугам». Как я говорил, я знал ее. Израненная душа, острый разум, мечтания о славе и надежды. У Далилы был удивительный талант представлять мир лучше, чем он есть на самом деле. Ах, если бы она направила его на благо. Поздно сожалеть. Тщетные мечтания неизбежны. Так я, к примеру, мечтаю получить побольше времени. Берегите себя. Прощай, Антон. Прощай, братка. Поплыву я. Мерлин ждет вас на палубе. Она нервничает. Даже больше, чем обычно. А есть что тут? Два амулета. А что вы тут делаете? Так, а ключ, наверное,
каюте капитана должен быть. Столовая, да? Убийцы во дворцах. А, вот и вы. Я хотела с вами поговорить. Меган, я забираю шлюпку. К башне я пойду без вас. Ладно. Уже знаете, как убьете Далилу? Убить-то ее придется. Она же не отступится. Я сделаю все, чтобы убрать ее и вернуть Эмили. Только не надо медлить. Далила очень опасна. Не буду, уверяю вас. Далила – бешеная собака. Чтобы добиться своего, она вырвала кусок своей души. Что еще вам нужно знать? Да ничего, все, я ключ уебнул тебя. Так, ну и что нам эти руны дают? Армия трупных ос, первый снаряд летящий, это хорошее. Фехтовальщик. Выйти победителем из кли. Гораздо проще. Вот это хорошая тема. Тоже нормальная тема. Ну и все, в принципе. Продать бы все остальное, сука. Поплыли. Видел бы меня сейчас старый Самюэль. Ну что, походу это финал. Смерть императрицы. До нее сейчас добраться будет. Ебать, урод, как тяжело, наверное, по-любому. Ой. Ну что ж, готовимся, дорогие друзья. Махач будет по-любому грандиозный. Погнали. Приведи меня в башню. Верни меня в клетку моих ребер. Приведу, непременно приведу. Далила снова станет смертной. Ты позволил матери Эмили уйти в небытие. А знаешь, где моя? В детском гробу с подогнутыми ногами. У меня не хватило денег на похороны. А вот мой папаш лежит в императорском склепе. Ты лжешь. Ты до сих пор не смирился. Тебя отправили в Данву, как коробку конфет. Ведь большего ты не стоишь. Я живу в сердце твоей любовью. А мое тело спит в постели твоей дочери. Карнакэ научила меня тому, что власть удержит только тот, кто омоет кровью путь к престолу. Скоро мы встретимся, Далила, и я прикончу тебя.
Так, всего два, да? 140, 68. А что так тихо? Что-то ни стражи, никого нету. Вот воробушек стоит, чайка трижды уйдет, и двери Данули тяжелые времена. Новая императрица, новые люди. Город разваливается на части. Я вижу, что у меня есть. Все катится в бездну. Запастись патронами не помешает. Сколько у меня? 3600. Я сильно рискую. Хорошо, что мы сговорились. Это что у нас? Выступляющий. Вы не пожалеете. Ладно, договорились. Это? Это не надо мне. Это пружинная мина. Не берем. Не знаю, сколько еще продержится Дануол. Берем. 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 Будьте осторожны. Спасибо. Тихо. Так. Так, так, так. Thank you.
Безумие. Я собираюсь в башню, чтобы убить императрицу. Да, это точно. Ключ от заброшенного арсенала городской стражи у входа в башню Даулана, где находится военное снаряжение. Ну только толку-то от этого снаряжения мне сейчас. Тоже нихуя интересного. Да хули у меня все куплено. Нет, остаться. Так, ну что? Как мне достать руну? Какая-то ебанушка, блядь. Это что тут одна делала? Сейф должен быть где-то здесь. Я столько поплавал. Эй, где ты там? Ух ты! Нихуя! П-
Проходи, лорд-защитник. Далила ждала тебя. В последнее время она дурно спит. Душа, что ты носишь с собой, зовет ее и жаждет единения. Однако Далила будет сражаться до конца, чтобы ты не смог вернуть ее душу на место. В Карнаке ты был осторожен. Посмотрим, какую службу это сослужит тебе в башне, здесь, где ты встретил Джасамину. Далила захватила власть, удерживая твою дочь. А теперь у нее появилась некая тайна. Ну, неплохо. Нихуя. Позор. Погнали. Смерть императрицы. Ну что ж, надо мочить эту бабеху. Без вариантов. А у меня сколько их всего? Три. Чё мне? Сгиб времени. Уже хуй. Сила. Живучесть есть. Реакция. Проворство. Тоже я не вижу смысла. Создавать мне не надо, жажда крови. Кто так стонет тут? Эй! Подойди-ка! Взгляни! Я видел, как погиб Верховный Смотритель. Все пропало. Уходите отсюда! Аббатство осадило башню. Мы потерпели поражение. У Далилы были не только колдуны и могильные псы, но и механические люди. Автоматические солдаты. Древняя музыка на них не действует. Я хочу, чтобы ты знал. Я свергну Далилу. Обещаю. Даже умирая, я чую, как смердит от тебя бездной. Еретик против еретика. Забавно. Мир обречен. Ну, чтоб не мучился. Вон она чё. Чё предлагаешь?
Во. А гранатки вам как? Нравятся вообще, нет? Ну как хорошо. Что? И гвоздь тебе в ногу. Гребаная ведьмина. Полная. Четыре метра в трубе, что ли, блядь? Тоскуха. Хм. И как достать эту руну?
Да ебать тебя некому. Ну как достать-то? Четыре метра всего. О! Интересно. Как будто бы он в трубе получается. Смотрители все поумирали. Проснись. Ты чё его? Так я и не понял, как мне достать. Гребаную. Ты чё, сука? Гребаную руну. В принципе, она мне не так уж и нужна, поэтому я думаю, хрен с ним. Ну а продолжим мы с вами в следующий раз. Так что смотрите финал, будет невероятно, пацаны. Всем любви и удачи, подписываем, комментируем и ставим лайки. Пока-пока.